5 лет нам было с Сережкой, с моим братом. Вот из детского садика нас повели сразу на урок сольфеджио. Его отдали на фортепиано, меня отдали на скрипку. Вот, ну, потому что два фортепиано в доме иметь как-то не очень удобно. У меня был такой период лет в 10-11, когда самый такой противный возраст, когда хочется гулять, когда пацаны заходят, говорят, Степ, Серега, выйдут. А родители им отвечают, они занимаются. Лет в 5-6 мы с Сережкой здесь в филармонии у нас. Там дуэтом играли два цыпленка и там, веселого крестьянина. Народ хлопает, а мы клопыхи такие два. Вот он на фортепиано, а я на скрипке. Мы идем, и один замешкался, что-то на публику засмотрелся, а второй его в спину такой сзади. Так вот. Каждую четверть у нас какие-то там академ-концерты, техзачеты. То есть все время приходилось играть перед преподавателями, то есть как экзамены. То есть, в принципе, для меня вот сцена и экзамен – это примерно очень похожие вещи. Если честно говоря, говорить о жанровой принадлежности, то это скорее будет такая, я ее сейчас условно называю, эстрадная скрипка. Конечно, это импровизационная игра, то есть я играю без нот. Недавно совсем выучили польку трик-трак, Штраус. То есть, ну, совсем по-другому ее для себя, например, прочитали. На мелодию мы берем там, и там, видоизменяем ее, можем там, то есть, варьировать ее, там, какие-то вариации там, делать. Это же сложно делать. Нет, ну это мое просто. То есть мне всегда нравилась скрипка, скажем так, не только в классическом исполнении, когда слышал песни роковые, там, и где звучала скрипка, для меня это всегда как-то, ну, так, ну, всегда было очень интересно, затягивало. Мне очень трудно без Барнаула, без родителей. Вот, я очень скучаю всегда. Приезжаю сюда, там первые 3 дня я такой, так непривычно, ну, после Москвы. А потом я снова вспоминаю, как это все есть, как это было, и уезжать мне уже совершенно не хочется. Если есть процесс, если ты видишь ступеньки, по которым тебе надо идти, и желательно вверх, вот, тогда вот это самое главное для меня. Не только Москвы касается, хоть Барнаула, хоть Топчихи. При каждом удобном случае, то есть пытаюсь всегда в Барнаул попасть. Во-первых, у меня папа здесь, который занимается устройством этих концертов. Иногда вот сейчас мы ездим по деревням, там мы какие-нибудь похабные песни хотим послушать. Ну, просто, ну, как культурные люди, вот. Там с Петькой, с водителем побалагурить, вот, а, ну, при папе у меня не всегда получается, к сожалению. То есть, ну, как-то я чувствую некоторое, ну, скажем так, ну, стеснение со своей стороны и какой-то, ну, не контроль, конечно, с его стороны, но все равно, там, может быть, даже и осуждение за какие-то там грубые слова. Петр Маланов, Петя, с которым мы ездим по гастролям. Мы познакомились в 2010 году, играет хорошо, ну, такой он немножко вроде бы в себе. Вот, а как поехали на гастроли, так я понял, что, ну, это человек такой очень, очень веселый, очень открытый, очень порядочный, прежде всего. Я бы сказал, немножко не московское воспитание у него, вот, а ближе к нашему. Когда он звонит, он говорит, папка, по телефону, или мамуся. То есть, ну, в Москве такого не очень принято. То есть, как-то так, в основном на официозе, на каком-то почему-то держится с родителями, не знаю почему. Но в альбом мы вот записали все вещи, которые мы с ним просто вот играли на концертах, выбрали из них самые лучшие, то есть вот так. И пару песен спела его жена там-то, Лано. Одна «Долгая разлука», по-моему, называется песня, а вторая «Мальчик из ниоткуда». То есть мне очень понравилась вот песня, называется «Иа де ла Луна». Почему ее не сделать? Вот и вчера мы сыграли, вот как раз Алина Батыгина, это ученица моего преподавателя Олега Ароновича Абрика, который в музыкальном училище здесь, ну, который меня, честно говоря, с 5 лет воспитывал, вот, в музыкальной школе, потом в музыкальном училище. И мы вот с ней играли вот эти вещи, там, на 2 скрипки. И, конечно, вот эту эмоциональность, такую братско-сестринскую, то есть я такое чувствовал, потому что я чувствовал, что я играю как будто бы с самим собой. Сейчас по Алтайскому краю, потом мы в Москву, а с 1 апреля мы поедем по Казахстану.
У нас довольно такая длительная такая поездка должна быть. В Барнауле вообще, ну, не то чтобы сложно, для меня это каждый раз как академический концерт. Вот, вчера еще на концерт пообещал прийти мой преподаватель Олег Аронович Абрин. Вот, я, естественно, он же все услышит. Ну, естественно, до сих пор, то есть сколько я уже у него не учусь, но мне до сих пор его мнение очень важно. Я, конечно, у меня сразу волнение, и половину вещей сразу я не получилось сыграть ничего. Я очень рад, что я сейчас на Алтае нахожусь и всегда с большим удовольствием приезжаю, потому что я уже сказал, что это мой дом. Вот. Приходите на концерты, мы вас ждем. Вот. Спасибо, что вы приходите. Вот. И, надеюсь, еще очень много у нас будет встреч.